Угрожают тайге жители Иркутской области. С приходом тепла все больше людей отправляются отдыхать на природу. Результатом этого могут стать лесные пожары. Чтобы пресечь подобные инциденты, правоохранительные органы планируют провести масштабные рейды по профилактике разжигания костров и пала травы. Ведь первые случаи уже зарегистрированы, так в Братске. Женщина решила сжечь прошлогоднюю траву, но огонь перекинулся сначала на баню, а потом еще на 7 домов. У российской тайги две беды. Это пожары и черные лесорубы. С нелегальными заготовщиками древесины в регионе такая борьба ведется постоянно. Так, на днях в регионе завершилась профилактическая операция «Колея». Всего за две недели межведомственная группа выявила на территории Прибайкалья 38 незаконных рубок леса. Наибольшее число фактов нелегальной заготовки древесины было выявлено в Зиминском, Осинском, Тулунском, Нижнеудинском, Усольском и Устюдинском лесничествах. Патрульные составили более 20 протоколов об административных правонарушениях, примерную сумму ущерба от деятельности черных лесорубов только предстоит подсчитать. Составлено более 20 протоколов об административных правонарушениях за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, правил заготовки древесины. Конечно, суммы штрафов неизвестны, потому что будет вестись административное производство, по результатам которых виновные лица будут привлечены к ответственности.